То есть очень огромный он. Он очень большой. Это похоже на море, а не на озеро. Тут прекрасные виды, горы. Недавно ездили к нерпам. Еще такое чистое, прозрачное, эмоции просто невероятные. Я очень счастлива оказаться здесь. Мы абсолютно с нуля, просто вот сквозь лес прокладываем себе дорогу, намечаем маршрут, то есть это достаточно трудоемкая работа. Мы снимаем дерн, копаем, режем корни, все равняем, чтобы в дальнейшем люди и туристы смогли спокойно ходить по этой тропе и наслаждаться этими красотами. Это замечательный проект, который позволяет увидеть все красоты России с разных сторон, при этом помочь заповедникам, природе, людям, которые приезжают потом сюда. Сам Байкал – это то, что ты можешь стоять, вот, смотреть на горизонт, а он не заканчивается. Как мы подумали, к нам ночью пришел медведь. Но наутро оказалось, что это была лиса, и слава богу. Теперь наш постоянный гость по ночам – это лиса, которая ворует нашу еду. В принципе, волонтерство в Орту Мира – это великолепная возможность проявить себя в походных условиях. Это великолепная возможность увидеть новые красоты нашей необъятной страны. И важнейшее – это возможность помочь.